поэтому не заметил, что у нас подряд два поэта-юмориста. Александр Кукушкин. Ну, я думаю, юмористической поэзии много не бывает вообще. Друзья, фестиваль «Ёж» тому подтверждение. Кто еще думает, перестаньте думать, уже покупайте путевки. Александр Кукушкин. Мне позволено будет прочитать два английских произведения? Я хотел бы вам прочитать два стихотворения. Они оба посвящаются поэтам. Первое написано на такую расхожую мысль о том, что поэт всегда должен быть голодным. Меня поймет любой поэт, и мысль известную разделит. Поэту сытость лишь во вред, поэт голодный складно мелит. От шашлыков и буженин, от сала нежного и хлеба ему же только вред один. Он не расслышит голос неба. И, кстати, пару лишних брюк поэт вообще иметь не вправе. Иначе творчество каюк. Он рифму нужную не справит. Спать лучше вовсе натощак и быть скромнее церковной мыши. Ведь после сытного борща стихов хороших не напишешь. К чему ему роскошный быт? Он для поэта слишком тесен, когда не чесан и не брит. Так много он слагает песен. Поэт не должен гнать в парше, улыбкой дам обезоружив. Сидеть желательно в парше и только воду пить из лужи. Иначе выдаст на гора он лишь туфту, пургу и лажу. Ну все, ребята, мне пора. Пойду икру на блин намажу. Второе стихотворение тоже посвящается поэтам. Так оно и называется, посвящение поэтам. Оно, сразу вас хочу предупредить, не содержит ни грамма юмора. Наши годы летят, словно птицы, но как ни был бы век маловат, все в природе должно повториться, как пропел нам когда-то Булат. У природы есть разные дети, и немногим из них за грехи или что-то иное на свете Бог писать поручает стихи. И ночами при пляшущей свечке для иных непонятно на кой эти божьи пыхтят человечки, сочиняя строку за строкой. Им самим зачастую не ясно, и не скажет полуночный штоф, не напрасно ли они, не напрасно ли тратят жизнь непонятно на что. В эти полные муки мгновения не рождается мысли о том, что отыщет, быть может, спасение в этих строчечках кто-то потом. Колбасой не питаются души, их спасает иной эликсир. Им тоскующим хочется слушать, как в стихах изменяется мир. Постояв у ворот этой тайны, я ответ не расслышал едва. Не случайный мой друг, не случайны все пришедшие сверху слова. И в своем разумении убогом, может быть, и пойму я когда. Жизнь дарована временно Богом, а вот строчки, они навсегда. Дипломанта вручается дуэту «Облака». Номинация «Дуэты ансамбль», город Москва. Thank you.
тем, кому вчера повезло быть на хольнике «Чешуя от Ерша», видели троих могучих мужей. Двое только что были уже на сцене. И вот третий муж — Юрий Манешин!